боеприпасов. Ополченцы. О, черт. Всех разберите. Целый отряд. Я прикрою. Ладно. Еще трофеи. Открыть огонь!
Давай! Это мне нужно. Ага, мясо. Купишь что-нибудь? Бас, как дела? Я заправлю.
Я все сделаю. Ну да, ладно. Заходи еще. Эй, Дик, ну как оно? Как оно, Джо? О, это все. От такого кошмара буду сниться. Дикон, рада видеть. Блэр, как дела? Гарантия 30 дней, возврат денег, при условии, что ты не притащишь это обратно. Ага, ладно. У меня тут всякое есть. Ладно. Ага. О, хороший выбор. Отлично. Ага, ладно. Ладно. Ага. О, хороший выбор. Ага. Эй, Дик, береги себя. Есть охрененные товары. Жить до этого дня, согласись. Черт. Еще. Это все? Лом. Thank you.
Женя, давай! Ну же, уроды! Кажется, он был здесь. Похоже, все. Ладно, брат, колись. Где ты хочешь взять криозот? Я вижу, тебе нравится гонять на самосвале. А, еще как нравится. Короче, я... поехал к старой лесопилке. Там несколько цистерн с криозотом. Этого нам за глаза хватит. К лесопилке? Насколько я помню, там орда. Огроменная. Да, это я, в общем, и сам знаю. Тебе все не мется на тот свет? Даже после того, как жену нашел? Дик, мы ее вытащим. Да нет, нет, ты не понял. Все под контролем. Ты, главное, будь наготове. Как расчищу дорогу, я тебе сообщу. Конец связи. Дик? Да, Рики. Бухарь сказал, ты поехал к старой лесопилке. Да, Бухарь ведь у нас трепло. Он начальник охраны, он обязан был мне сказать. Ты помнишь, мы там с тобой были? И я показала тебе орду, которая там живет. Да, что-то такое было. Огромную орду, которая там живет, спит и кормится. Да, да, помню. Короче, Рики, пока я был в ополчении, они, то есть мы... Ну, в общем, мы разработали типа супермолотов. Супермолотов? Да, ну, в общем, это типа напалм. Короче, за меня не волнуйся. Дик, ты нам нужен живой. Не бойся ты, все нормально будет.
За меня больше волноваться не надо. Я знаю, что делаю. Рики? Да, Дик. Считай, что я зажигаю свечку. Ясно. Ну, то есть, в данном случае, скорее жгу напалмом, но смысл ты поняла. Да, поняла. Конец связи. Кто-то попал в ловушку, нужно помочь. Как тебе? Все будет хорошо. В одиночку тебе не выжить. Я знаю один лагерь. Лагерь? Где? Где? Покажи мне. Покажи, я пойду, да. Peaceful Lake. Марк Коупленд. Там безопасно. Я думал, мне конец. Охренеть. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Скажи, что прислал Сент-Джон, Дикон. Они меня знают. Просто держись подальше от дорог. Ну, ни хрена себе. Я все веселье пропустил. Ага. В другой раз чур я рулю, а ты бегаешь от фриков. Ладно, брат. Давай вон там останови. Ага, понял. Так, ну все. Гони в лагерь и жди меня там. Ладно. Только бухарь. Ты поосторожней. Ну я что, по-твоему? Хренов камикадзе, что ли? Дик, ты на связи? Что такое, Рики? Грузовик пока не готов, надо еще кое-что доделать. Как закончу, я с тобой свяжусь. Спасибо. Если что, я готов. Дик, ты хорошо все обдумал? Они придут за нами.
если мы не ударим первыми. Ты прав. Ладно, конец связи. Похоже, все готово. Ага. Рики все к рулю подвела. Доедем до главного входа, спрыгнем. И прощай, ополчение. Слушай, а ты точно не передумал? Ехать далековато будет с одной-то рукой. Говнюк. Бухарь, мы оба знаем, что это может быть путь в один конец. Ага. Не придется обратно тащиться. Да, Дик, я в деле. А, да. Чуть не забыл. Только два байкера могли ввязаться в такую херню. Только мы. Ага. Ну что, мы едем или как? Все, погнали. А Рики собралась таки. Как дела, Дик? Крутой жилет тебе идет. Рики, Эдди. Спасибо, но нам с Бухарем надо еще кое-что сделать. А тебе говорят. Твои слова запали многим людям в душу. Говорю же, один ты не справишься. Это безумие. Не за тебя стараются, а за него. За Железного Майка! Железный Майк! Железный Майк! Железный Майк! Ладно, слушайте, план простой. Мы с Бухарем едем к северным воротам и взрываем их нахер. А когда все побегут в сторону южных, вам надо просто следовать за Рики. Да? Все готовы? А вы двое готовы? Короче, я сообщу тебе, как проедем мост. До тех пор не выступайте. Ага. Ну все! Погнали! За железным.
сваливаем! У нас всего один шанс, братан! Какого хрена, Бухарь? Давай, у тебя жена. Ты не прыгнул. Пожалуйста. Ты должен был прыгнуть. Бухарь. Как же так, Бухарь? Как же так? Я убью вас. Всех до последнего! Помогите! Истекаю кровью! Бронированный! О, черт! О, меня не остановишь. Ну давай, сучара. Господи! Держись, Сара! Я уже рядом! Солдат убит! Завалено! Иди к верхней пещере! Пошел! Ну! Бегом наверх и ставь заряды! Да иди уже, мать твою! Ты понял? Иди! Шиза! Говнюк Шиза! Я иду, Шиза! А значит, по-хорошему вы не хотите! Вершина. Я должен попасть на вершину.
Огнемет. Это попадос. Надо как-то мне попадаться. Гори, ублюдок. Снайпер. Наверное, там, на вышке. Надо его убрать. Надо его убрать. Мне надо их обойти. Уже почти. Давай, давай, вперед!
Рикки, ты меня слышишь? Дик, мы их разбили. Мы их разбили. Дик, Дик! Рикки! Рикки! Задайте им жару. Сожгите все дотла. Добрался. Наконец-то. Держи, Сара. Снайпер, черт! Давай скорее уже. Иди ты, тебе охота на воздух взлететь. Ты что, не слышишь? Быстрее! Вот, все готово. Отлично, сколько там? Хватит. Все, к полковнику, идем. Капитан Саркози, разрешите доложить, мы... Сколько зарядов установили? Капитан, мы не успели заложить все. Я тебя спрашиваю, сколько? Три, сэр. Ладно, ладно. Я спущусь вниз, заберу у Уивера детонатор. Охраняйте вход в пещеру, поняли? Чтоб никто сюда не прошел. Да, сэр, ого, я понял, сэр. Никого не пускать. Потрёпанная. И не вызывайте меня по этому каналу. Может, его прослушивают. Шиза. Ах ты, скотина. Три заряда. Надо их найти. Ох уж эти ее травяные чаи. А ты, Мэтт, иди к черту. Вот заряд. Надо обезвредить. Есть. Так, черт. Я иду, Шиза. Жди меня. Есть. Thank you.
новый заряд. Давай уже, сволочь. Так, ну, вроде бы все. Еще один. Надо найти последний. Я рядом, Шиза. Я уже рядом. Где этот сраный детонатор? Пошел ты, чтобы меня тут завалило! Уивер, ты сам знаешь, что у нас есть приказ, его надо выполнять. Говори, где! Уивер, где этот чертов детонатор? Отдай его мне! Че ты о чем вообще? Не заставляй тебя убивать! Ах ты ж, бля! Лучше отпусти его. Чё, ты о чём? Да, скотина. Ну! Чёрт! Эй, эй! Уходи отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот! Уходи!
ваши, ты упертый сукин сын, Сент-Джон! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Ты оказал мне услугу. Но Майк бы с тобой не согласился, верно? Просто чтоб ты знал, я не хотел его убивать. Правда. Я правда не хотел, Дик. Но он не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую! От злости, да? Аж сюда приехал за мной. Ты вернулся за ней? Да? Так ведь? А, да, ты же вернулся за своей девчонкой. Но у меня для тебя плохая новость. Когда Коури тебя освободил, полковнику это очень не понравилось. Очень. Он расколол ее как яйцо. Как яйцо, мать его! Козёл! Я ж тебя голыми руками утоплю! Ты понял? Нет! Нет! Стоп тебе! Сдохни, тварь! Ты знаешь что? Раньше я бы, пожалуй, вытащил бы тебя в водище. Ну, типа, фриком на корм. Но не, ты не бойся. Я так не сделаю. Знаешь почему? Они, конечно, тебя разорвут, но как-то без удовольствия. Происходит там, за стенами ковчега, но это все там. Внутри мы в безопасности. Здесь нам ничто не грозит. Вы слышите? Это убежище нам уготовил Господь. Это святая земля. Здесь мы в полной безопасности. Здесь мы в полной безопасности.
Я не знаю, когда и почему, но я видел нечто. Может, месяц назад ощутил нечто, чего не ощущал уже давно. И я знаю, что многие из вас разделили это чувство. Я думаю, что мы... Дикон? Будь добр, пистолет. Сядь. Отпустите их. Все кончено, ополчения больше нет. Не желаешь ли чаю? Очень вкусный. Сара, налей нашему гостю чашечку. Ковчег был последней надеждой. Ты, конечно, понимаешь. После очищения мира один лишь ковчег мог позволить нам все восстановить. Он хранит все, что для нас важно. Разве что так и не нашли, кто бы играл на пианино. Но теперь не важно. Когда все кончится, некому будет слушать музыку. Ты все разрушил. Все, ради чего мы трудились. Нет, полковник, не я. Это вы начали святую войну. И если выбирать между вами и фриками, я бы выбрал фриков. Эти хоть убивают просто ради жратвы, а не как вы, безоружных женщин. Нет! Помогите! У меня кровь! Помогите! А где Бухарь? Погиб. Сходи, принеси воду, пожалуйста. Да, хорошо. Эй, а вы можете там навес поставить? Помогите! Эй! Эй, вон там вход в пещеру. Там припасы, медикаменты. Бери людей, иди. Ты и ты со мной. Рики! Эдди! Я помогу. Я врач. Все кончено. Те, кто не был убит или задет взрывом, попросту сдались. Где Бухарь? Рики, мне нужна помощь! Северные ворота! Южные ворота! Бегом! Рики! Я не вижу! Нога! Иду! Помогите мне! Прошу вас! Я ранен! Помогите, прошу! Меня кто-нибудь слышит? Чем тебе тут помочь? Эй! Ты мне-то оставил? Бухарь. Извини, опоздал. Нет. Нет, нет, нет. Я спрыгнул. Какого хрена? Прямо на краю же... моста. Я видел машину! Не-не-не, взрывная волна. Даже под водой дряхнула. О, покатался. Что? Ты что, решил, что я подорвался?
Кто бы тогда тебя доставал? Ну, я. Привет! Привет. Сестренка. Это долго рассказывать. Ну? Слыхал, тебя кое-кто ищет. Что? Все уши мне прожужжал. Ты его не слушай. Это была вообще его идея. Рики, Эдди, кто из вас меня отсюда везет? Тебе обязан. Да. Говорят, ты собираешься тут все восстанавливать? У полковника были хорошие идеи, если откинуть весь бред. От кого-то я это уже слышал. От кого? Коури? Знаешь что, пошел он. Эй. Бросил нас подыхать. Если б не он, мы бы сдохли. Как скажешь. Короче, попробуем еще разок без армейской херни. Эй, ты мою речь пропустишь. Ну и ладно, рыдать не стану. Брат, победили! Ты победил. Слушай, честно говоря, я ведь реально подумал, что ты решил... Сам подорваться? Ты чё, у меня ещё здесь дела? Задаем жару. Ага, задам. Джек бы гордился. Ты победил. Мы победили. Иди сюда. Ну? Говорила я, полезно зажечь свечку. Это не хреновая вышла свечка. Ага. Да. Я с нетерпением жду твою речь. Хватит. Ну какая там еще речь, мэм? Черт. Хватит с меня. А что такое? Почему все притихли? Ну, тебя ждут. Твой выход. Черт, твою ж... Я знаю, что у нас очень много дел. Так что... А так. Я не лидер. Уж как хотите, это так. Но... Сегодня вы сделали такое, то есть мы сделали. Сражались плечом к плечу. И не по приказу каких-то ублюдков. А потому что так было нужно. И что вышло? Победа! Вы боретесь за жизнь, за спасение других людей, чтобы все были живы и сыты. И вы жертвуете всем, что у вас есть, и даже собой. Чтобы мир стал лучше. И вот, поэтому мы здесь. Поэтому мы живы. Ведь без надежды на лучшую жизнь и на лучшее будущее нет и борьбы. Вот Железный Майк считал, что мы сами можем менять мир своими руками. А? Что мы сделали? А? Что мы будем делать? Видите? Это только первый шаг.
говорил, будет не речь. Да, облажался. Ну, как получилось? Ты знаешь, неплохо для вольного байкера. Вольного байкера, значит, а? Ну, покатаемся, красотка. Я даже не знаю, смотря где. Да где сами захотим. Looks like there's no